я всегда напоминаю, говорю, что в Новосибирске. В Новосибирске начинался тотальный диктант. Чтобы потом споров не было. Потому что популярность его сегодня велика. Он перешагнул границы не просто Новосибирской области, он перешагнул даже границы России. В 59 странах пишут тотальный диктант. Популярность этого диктанта растет, а значит популярность Новосибирска в том числе.